Прошло уже 3 года с момента пожара в лагере «Виктория», но до сих пор не все обстоятельства гибели детей известны. Следствие выяснило, что пожарная сигнализация не сработала, потому что она не была подключена к центральному пульту. В лагере официально закончился сезон, поэтому продлевать договор с охраной компании не было необходимостью. Экс-заместитель директора лагеря «Виктория» Татьяна Ланина на очередном заседании суда заявила, что во время пожарной инспекции были обнаружены многочисленные нарушения правил безопасности, но их проигнорировали. Нарушений было много, но те нарушения, которые были возможны устранить нашими силами, работников «Виктории» мы устраняли, а те порушения, которые требовали финансирования со стороны департамента, те порушения докладывались в департамент. По словам Ланиной, сигнализация была вообще отключена, потому что ранее из-за неправильной настройки она срабатывала без причины. Поэтому одна из вожатых выключала сирену самостоятельно. Зачастую она это делала в корпусе номер 5, который в результате сгорел. Свидетельница также отметила, что на момент пожара ответственного за пожарную безопасность не было в лагере. Вожатая, которая оставила подписи на документах, не проходила обучение, потому что летом была занята подготовкой к свадьбе. А в итоге получила условный срок. Но жарит конкретно по ночам.